подруги вопросы накидали, я репущу, пока есть возможность. Прекрасно. Спасибо огромное. Как раз мы много вопросов, на которые действительно нужно ответить. Говорят, что у знаменитых людей есть персональные колдуны. Это правда? Да. Когда депешмутскую песню целиком допоете? Допою обязательно в ближайшее время. Можно видео о вашей команде? Голос за кадром ваш. Ну, голос вот вы уже слышите, мой голос. Я думаю, что видео о моей команде мы обязательно в следующем сюжете выложим, потому что нет такой технической возможности сейчас всех собрать вместе. Кто-то находится на Украине, кто-то в других местах, городах. Поэтому я думаю, что запишем и как раз смонтируем, покажем вам. Как мечтаете отметить ДР? ДР у меня уже прошел, я его отметил в самоизоляции, а вообще в кругу близких друзей или лучше на сцене? ДР, ДР, день рождения. Пластическая операция. Признавайтесь, делали или нет? Нет, не делал пластической операции. Для этого есть спорт, для этого есть диета. Как попасть к вам в клип? Этот человек один очень интересуется. Легко. Позвонить моему администратору, договориться, и там уже будет видно. Как относитесь к людям из прошлого? Никак не отношусь. Люди в прошлом остаются в прошлом. Это мне подруги вопрос, но я знаю, как всякое. Поговаривают, что у знаменитых людей есть персональные колдуны. Я уже отвечал на этот вопрос. Есть ли дружба в шоу-бизнесе? Только честно. А то с виду все улыбаются друг другу, а что на деле непонятно. Нет, дружбы в шоу-бизнесе нет. Есть реклама, есть улыбки в камеру, дружбы нет. Как вы выбираете песни? Кто может вам их прислать? Прислать могут все. В общем-то, это не секрет, моя почта. Я отбираю песни, которые мне понравятся. С удовольствием их пою. Сергей, у меня вопросов на целый день. Замечательно. Кто придумывает клипы, в которых вы снимаетесь? Клипы, в общем-то, два сюжета закинул мой админ. Работал с Александром Якутиным. Вы видели клип «Под луной», вы видели клип «Валяй гуляй», снимали здесь. Вот это Саша Ягудина, спасибо, пользуясь случаем. Почему вы отказываетесь участвовать в телепередачах? Я неоднократно слышал, что вы очень редко соглашаетесь на съемки. Почему? Ну, потому что я не очень верю в телевидение. Потому что люди не показывают, например, сценарий. Как попасть к вам в клип? Попасть очень просто. Нужно просто позвонить моему админу, встретиться, он посмотрит. Ничего там сверхъестественного для этого не нужно. Нужно просто иметь желание. Это очень такой тяжелый труд. Если вы думаете, что клип снимается за пару секунд, то нет, он снимается часами, иногда днями. Друзья, добрый день. Я Майкл Фриман. Тот человек, который снимает Сергея Чумакова.